Конкурс 5 новостей, максимальная оценка 5 баллов. Конкурс приветствия, время номера 5-6 минут, максимальная оценка 5 баллов. И разминка. Время на обдумывание предложенного вопроса 30 секунд, максимальная оценка 6 баллов. Сегодня наш конкурс оценивается открытым голосованием. С командами мы познакомимся во время выступлений, а теперь позвольте представить наше многоуважаемое жюри. Коваленко Анжелика Юрьевна, главный специалист отдела культуры, спорта, туризма по делам молодежи администрации городского округа Красноармейск. Гусев Михаил. В прошлом актер и автор, постоянный участник сезона игр клуба любителей юмористических встреч «Клюв». Чудаков Иван, автор и актер команды КВН «Нонсенс». Гусева Елизавета, корреспондент и ведущая красноармейского телевидения «Диалог». Председатель жюри «Утюгов» Илья, автор, актер и звукорежиссер молодежной команды КВН «Подмосковный вариант». Редактор счетной комиссии фестиваля КВН, автор, актер команды «Сборная малых городов» Артем Гаранин. И мы хотим пригласить на сцену почетного гостя, главу городского округа Красноармейск, Александра Ивановича Овчинникова. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Сегодня, я думаю, много гостей в нашем городе, поэтому мы встречаем вас таким прекрасным снегопадом, такой прекрасной погодой. Мы рады видеть вас на нашем таком... Сегодня впервые мы проводим открытый фестиваль команд КВН. Ну, конечно, приятно, что это мероприятие проводится в рамках организованного администрацией фестиваля.
И приятно, что называется он на кубок главы города. Мы, конечно, с удовольствием приняли такое решение, потому что пропагандировать движение КВН на территории нашего города, в общем-то, много не приходится, потому что традиции, которые уходят далеко в 80-е, 70-е годы, у нас это широко было развито в городе. К сожалению, в определенный период это было забыто, но вот возрождение сегодня КВН на территории городского округа, оно приятно. И мы с удовольствием поддержали эту идею провести фестиваль на Кубок главы города. И постарались пригласить на этот фестиваль как можно больше команд. И приятно, что сегодня команды не только из нашего города или близлежащих городов наших соседей, но и есть команды из Москвы. Я думаю, что сегодня все вы, уважаемые зрители, уважаемые жители города, гости, получите, конечно, большое удовольствие от того, что будут нам показывать вот эти прекрасные ребята. Я надеюсь, это великолепные артисты. Поэтому я пожелаю всем участникам нашего сегодняшнего фестиваля получить от этого удовольствие, и вам, уважаемые зрители, ну и, безусловно, наше жюри оценит достойно каждого участника, каждую команду, и пускай победит сильнейший. Спасибо. А мы просим пройти уважаемых членов жюри на свои почетные места. Под бурные аплодисменты зала. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы все, что сегодня прозвучит со сцены, эти веселые безобидные шутки, дружеские приколы команд, а самое главное, участие всех присутствующих в зале в происходящем действии, принесло нам много положительных эмоций и новых друзей. И мы начинаем наш фестиваль. И первый конкурс «5 новостей». Каждая команда читает 5 реприз по очереди. Максимальная оценка конкурса – 5 баллов. Капитаны команд. Что, все подготовились? Ну, чуть-чуть поближе, ребят. Ну что, дерзайте. И первая команда «Либерти», город Пушкино. Город, страдающий склерозом, второй месяц радуется украденной вещи. Мало кто знает, но любимая фигура Боярского – параллелограмм. Майонез, хлеб, одноразовая посуда, магазин «Холостячок». Мы работаем круглосуточно. Мальчик не понял поговорку, что посеешь, то и пожнешь, и закопал в лесу всю бабушкину пенсию за 5 лет. Увидев на холодильнике всего 2 магнита из Магадана и Колымы, воры покормили кота и помыли пол. И следующая команда «Постскриптум», Дом культуры имени Ленина, город Красноармейск. Самым сложным для средневекового бизнесмена было продавать круглые глобусы. Палач-романтик подарил любимой руку и сердце. Сломав правую руку, 15-летний мальчик стал выпадать из хоровода. Колобок с психологическими отклонениями кормил голубей собой. Красноармейск как наркотик. Если один раз уехал из города, то через неделю хочется повторить это снова. Спасибо. И команда «Зона доступа», город Москва. Команда КВН «Зона доступа», новости. Новости погоды, когда девушка одевает белую майку к дождю. А у нас происшествие. Задумчивого трубочиста кремировали на месте работы.
Новости из глубинки. Отец узнал, что сын курит, но кто в тюрьме не курит? Новости образования. В школе Ивана Сусанина мало кто дошел до выпускного. Новости экономики. Олигарх заказал обои с девушками, но без еды девушки быстро долго не продержались. Спасибо. И команда сборная Красноармейска. Городской дворец культуры. Учитель русского языка предпочитает согласных женщин. Очень толстая Белоснежка, вставая за стола, кричит: «Держите меня семеро!» Этик поначалу хотел откосить от армии, но потом как-то пошло, поехало, в Москву позвали. 120-килограммовая Людмила тратит на спуск в лифте чуточку меньше времени. Надя была настолько плоха в постели, что к ней частенько наведывались бобры. Мальчик с очень большим ухом на митингах подрабатывает рупором. И крайняя команда – команда «Космос» – Государственная Кремлевская Академия. Ну, здравствуй, милый зал! Вас приветствует самая нетрадиционная команда КВН «Космос». И сегодня у нас будут музыкальные миниатюрочки. Немногие знают, что Линкин Парк стал рекламировать Геленджик. Гарри Поттер завязал шнурки доктору Снегу. А снег не знал и падал. А снег не знал и падал. Японский супер задорог. Пластинка велодорог. Мама Эминема не любила мыть посуду, зато... Японский супер задорог. Пластинка велодорог. Владимир Пресняков сначала не понял шутку, а потом понял. Японский супер задорог. Пластинка велодорог. Самый быстрый секс в лифте. Команда КВН «Космос», спасибо! Поприветствуем аплодисментами всех команд. Ну что, уважаемые члены жюри, вы готовы поставить свои оценки? Итак, команда номер один. Либерти, город Пушкина. 4, 4, 4, 4, 3. Команда «Постскриптум», Дом культуры имени Ленина, город Красноармейск. 5, 4, 5, 3, 4. Команда «Зона доступа», город Москва. 3, 5, 4, 3, 4. Сборная Красноармейска, городской дворец культуры. 5, 5, 4, 4, 5. Команда «Космос», Государственная Кремлевская Академия. 5, 5, 5, 3, 5. Дорогие команды, вы можете пройти за кулисы и готовиться к следующему конкурсу. Конкурсу «Приветствие». Продолжительность выступления номера 5-6 минут. Максимальная оценка 5 баллов.
И первой на нашей сцене команда «Либерти», город Пушкино. Смотри, какая замечательная змея. Гадюка. Ну ты же так маму называешь, пап. Иди к матери. Мам, мам, пожалуйста, ну купи сладкую вату, мам. Да успокойся ты со своей ватой. Смотри, какой козлик бегает. Мам, ну ты же бабу так называешь, пап. Иди к папе. Папа, никто не покупает мне сладкую вату. Купи, пожалуйста. Дочка, ну зачем она тебе? Лучше посмотри, какая тигрица. Р-р-р. Но ты ведь называешь меня тигрицей. Я куплю тебе сладкую вату. Случай в каравелле. А ты что такой горяченький? А я-то думаю, чего от жички попахивает? Фрезеровщика. А теперь можете обменяться кольцами. Ну что же это такое? Самка богомола. Клуб в криминальном районе. Чё, вообще никак? Вообще чё-то никак-то. Отстой какой-то. Да. О, вы слышите, пожалуйста? А, пошли, пошли. Чё? Ну, а мы возвращаемся в каравелло. Приезжайте скорее, тут парень припадок!
Ну, а с вами... Стой, подожди, подожди. Про Максима забыли. Я здесь. Ты где был? У-у-у, местечко такое уютное. Каравелла. А ты понимаешь, что у нас сейчас поклон? Я? Да. Команда Квен Либерти, до свидания. И это было приветствие от команды Liberty. Ваши аплодисменты. И следующий на сцену с приветствием выходит команда Postscriptum, Дом культуры имени Ленина. На сцене команды Квен Постскриптум, и к этой игре мы подготовились во всеоружие. Ну а пока Аллочка развлекается. Мы немного развеселим зал. Команда Квен Постскриптум. Погоди. Мне кажется, этого мало. Ну, все-таки серьезная игра, кубок главы города. Мне кажется, нам надо усилиться. У меня есть нужный человечек. Да, ты красивая. Наверное, тупая. Сам ты тупая. Я же говорил. Сам ты тупая. Да я понял. Вань, ты не даешь ей ни единого шанса. Ладно, тогда вопрос. Когда ты слышишь команда Квен Постскриптум, у тебя грудь-то бухает? Нет. Она нам не подходит. Вань, а что ты? У меня тоже не набухает, и что теперь? Пошел вон из команды. Так, хватит, да, давай серьезно. Олеся умеет писать шутки. Стишок социальный. По моей коже скачет мороз. Что-то тут нечисто. Мой отец единорос, а мама сатанистка. Так, это ты ее привел? Ну да. Пошел вон! Хватит, а? Олесь, пошути, как ты тогда шутила мне, помнишь? Это, ну... А, это ты про то минутное недоразумение. Или когда не мог открыть банку с огурцами. А ладно, время хихикать. Волосатые ноги Наташи — единственное, что грело ее в этой жизни. Ну что, возьмем ее? Ладно, давай возьмем ее. Ты сейчас сказал, прям как депутаты в бане. Так, Шант, уведи ее, а. Все, пойдем. А сейчас как мой участковый. Так, ребят, извините за это маленькое недоразумение. А сейчас как мамин акушер. Так, Шант, уведи ее, а. Команда Квен Постскриптум, поехали. Случай у ресторана. Подайте на хлеб, пожалуйста. Хочется. Кто-нибудь на хочешь хлеб. Хочешь копеечку? На хлеб. Пожалуйста. Так, вы кто такие, а? Пошли вон с моего ресторана. Отошли от моего ресторана, быстро. Пошли вон, а я сказал. Ты че? Воняет еще от вас. Учится совсем охамели уже, а? Подайте на хлеб. Случай в семье. Па. Что, сынок, что случилось? Меня опять на улице обижают. Что тебе сказали? На меня там матом говорят. Что тебе такое сказали? Не, ну матери сказали, иди к матери, что ты ко мне сейчас пришел, а? Жена встречает мужа дома. Так, дорогая. Да, дорогой.
Знаешь, что я узнал? Что ты узнал? Знаешь, что я узнал? Что ж ты узнал? Знаешь, что я узнал, а? Знаешь, что я узнал? Новый прием! А сейчас представьте, как работает подушка безопасности в автомобилях ВАЗ. Каждый из вас побывал в такой ситуации. А теперь смотрим и узнаем себя. Здрасте. Так, давай, билет. Так, Корольков. Угу. Ну что, Корольков, в Сибирь? Чего? Какая Сибирь? Вам дядька мой позвонить должен был. Никто мне ничего не звонил. В Сибирь, Корольков, все. Да какая Сибирь, а? Обычная Сибирь. С вами мой дядя поговорить должен был. Со мной никто не разговаривал, ни о чем. Все, в Сибирь, я сказал. Дядька, чего молчишь, сидишь, а? Не на что против бать твоего попала. А у нас совсем необычный мэр города. Ой, молодец, молодец. А давай как будто я держу маленького богомола. А теперь губки уточки, давай. Я, конечно, все понимаю, но вы все-таки мэр города. Может, начнем заниматься делами? Все, я принцесса, давай, давай, давай. Так вы мэр города или кто, я не пойму. Я хочу быть ближе к народу, давай. Перенесемся в тайскую семью. Привет, мам, пап. Привет, сын, дочь. А нашу последнюю миниатюру мы не знали, как подвязать, поэтому просто смотрим. Здравствуйте, меня зовут Ваня, и я хотел бы рассказать вам стихотворение. Любимый, меня вы не любили. Не знали вы, что в сомнище людском я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренный смелым ездоком. Не знали вы, что в сплошном дыму, в развращенном буре быть, с тобой мучаешь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Что, даже похлопать? Как же было там, а? Ну, пом. А, заново. Здравствуйте, меня зовут Ваня. Я хотел бы спеть вам песню. Я буду руки твои целовать, я стану грустью улыбки твоей, и нам никто не посмеет мешать, и не отпустит у нас этих дней. А что, даже не похлопаете? Как же это было? Она у мамы говорила мне, ну помню же. А вот, заново. Здравствуйте, меня зовут Ваня, и я алкоголик. Дорогие друзья, недавно у знаменитого солиста группы «Звери» у Ромы Зверя исполнилось день рождения. Так давайте же вместе с нами поздравим его и споем всеми любимую и известную нами песню. Районы живые силы. Отлично. И как известно, 2015 год — это год русской литературы. Так давайте же вспомним нашего великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Мы вольные птицы. Пора, брат, пора. С вами была команда «Квент по скриптам». Было приятно увидеться. На сцену с приветствием выходит команда «Зона доступа», Москва.
для начала давайте познакомимся. Это Вадим. И Вадима не взяли на шоу-танцы, потому что... А это Рома. И Рома как книги Дарьи Донцовой. В смысле? Ну, вроде роман, а в метро с ним заходить стыдно. Вот знаешь, Надь, специально для тебя у меня есть песня. Давай. Если губы твои были цветком, то они были бы розой. Если кожа твоя металлом была, то она была бы бронзой. Если цвет твоих глаз озером был, то он бы был Байкалом. Но если грудь твоя была бы страной, то она бы была Ватиканом. Что? Ребят, ну хватит ссориться, давайте начинать. Красно, если мы выиграем на пределе, сейчас мы вас покажем то, что мы давно хотели. Для вас лучшее, мы словно ветер не бросаем. Серьезный юмор КВН, мы начинаем. Команда КВН «Зона доступа», поехали! И для начала представьте, Григорий Лепс устроился на работу кондуктором. Здравствуйте, ваша социальная карточка? Да, конечно. А в наше время с помощью интернета можно найти все. Окей, Google, как мне найти девушку? Через 10 метров резкий поворот направо. Окей, Google, что дальше? Да нет. Ну ладно. Ну вроде ничего. А теперь представьте, в древнегреческой качалке. Эй, Аристотель, ты видел мое гипотенузу? Да по сравнению с моей гипотенузой твоя, это Катя. А мою дельту? Фи. А зимой не все вагоны в электричке отапливаются. А теперь представьте, что было бы, если бы не отапливалось.